преддверии праздника женского рукоделия Параскевной льняницы представляю мастер-класс «Оберег из нити льна пуголка». Сегодня мы с вами будем делать оберег пуголка. Почему он так называется? Как вы думаете? Защищает то, что оберег, да? А кто может? Почему пуголка именно? Пугает. Пуговица, она, наверное, и произошла от этого слова, да? Пугать. Вот. Льняная нить, она оберегает, а пуговка отпугивает. Вот. Давайте сейчас возьмем по две нити. Выровняйте. Так, пуговицу сюда. Просовываем пуговицу. Ниточку. Ниточка, она меньше идет. Завязываем. Кто-то может завязывать и желание какое-нибудь загадывать, чтобы защита была. На два узелочка. И узелочки, сколько вам нужно узелочков тоже на защиту, сколько и делаем тоже. Ну, я вот один. А зачем? Нам только в одно ушко надо. Посмотри. Возьми ножницы. Вот смотри, Алена. В одно ушко. Все, завязала? Вот смотри. А теперь завязываем на два ушка. У кого получается? Знакомый, вот. Давай завяжем узелок уже, да? Тебе просто неудобно сейчас уже будет связывать и торчать будет ниточки. Да. Вот так вот. Просто. Не завяжи. Нет. Вот. Теперь здесь узелочек, чтобы не торчали узелочки. Так, вторую сторону сама. Очень хорошо, да? Молодец. И вот на руку это издевалось. Вторую тумбочку. У тебя свободная. Так, завязала. А? На два узелочка выросла. Вот завязала на два узелочка. А теперь смотри, вот так вот собираешь ее всю. И тут вот делаешь узелочек. Ну ничего страшного.
все. Затем не только. А теперь вот. Да, все легко и просто. А теперь второй сделайте сами. Длинная нить, он защищает. Делайте еще. Смотри, вот. Вот просунул я его, да? Набрал узелочка. Вот он, что он уже вязали. Теперь вот так вот выровняли. И мы узелочки завязали, чтобы не торчали ниточки. А теперь вторую, второе ушечко сделай сама, ладно? Дина рассказывает, что помогает, да? Дик. Помогает тебе? Когда сделаю, пятерку говорит лучше. Варя, получается? Давай, ну, ну, теперь по маму сделаем. Ну, признанная. Красивый, не сделайте пару ходов. Ну, ничего не связано делать. Смотри, делайте это. Ты можешь даже на пальчик не делать, можешь на два быть, чтобы лучше было. И вот когда вот так вот на два пальчика сделаете, его можно регулировать в кругу. Вот сюда увести, хоть здесь оставить. Давай здесь вот оставим. Можем еще здесь вот сделать. Она еще полетенце. Вот два узелка. Просто чем больше узелков делают, тем лучше. Но для этого надо веревочку подлиннее делать. Thank you.